получен возврат по гарантии телефончика Honda HT 7 Pro. Код читаем: Шипило Валерий Юрьевич. Смотрим внимательно. Номер пакования 32142-4105. Вот это пакование. Номер упаковки 4105. Распаковываем, проверяем. Обратите внимание, оплачивал ОДР-жвач. Согласно правил гарантийного обслуживания, доставку должен был оплатить отправитель. Будет снято со стоимости. Так, телефон Хомтон. Так, жалобы. Не работает гнездо под SIM-2. Сообщение ком Android Phone. Самопроизвольно открываются приложения. Хорошо, давайте посмотрим. Серийный номер на батарее стерт. МС совпадает. Второй разъем. Гнездо имеет явные следы поломки. Вот. Оторвано гнездо сим-карт. Естественно, симка не держится, она выпадает. Она не держится вообще, потому что вот отломано гнездо сим-карт. Вот она болтается. При этом нам говорили, что данным телефоном никто не пользовался. Хорошо, я подложил специально туда подкладку на отломанное гнездо. Добыл батарейку сейчас. Так, я вставил сим-карту, сеть есть на второй симке. Так, обнаружено сломанное гнездо сим-ридера. Вот еще раз показываю. Вот здесь отломано гнездо сим-ридера. К сожалению, заменить сим-ридер невозможно. Вот оно болтается, из-за этого контакт уходит. Конечно, если вставить симку в сим-2, она держится.
Здесь она не держится, просто не прижимается, так как есть отлом. То есть механическое повреждение. Ставим первую сим-карту. Запустим телефон, посмотрим еще, что там еще. Жалобы еще самопроизвольное нажимание в фантоме. Ну, возможно, в прошивке дело еще такое бывает. Обычно при закачивании вирусных приложений. Так, посмотрим. Что у нас здесь есть. Зайдем в браузер, посмотрим, куда заходили. Как оказалось, в истории браузера скачано очень много приложений непосредственно с Google. Естественно, с этим всем была закинута куча вирусных приложений. Обои, так званые, для Android. Такого сделано крайне очень много. Все обои ставятся с Play Market. Вся работа делается в телефоне через Play Market. И то нужно читать, что там написано. Так, дальше. Обнаружены проблемы с сенсорным стеклом. При использовании бывает, нажимается неактивно. Скорее всего, было падение. Вот, не нажимает. Где-то микротрещина.